Программное обеспечение «Лига Навигация» по национальному проекту «Туризма и индустрия гостеприимства». Панель в верхней части экрана показывает время, дату и погоду. Справа расположен рекламный блок с самыми узнаваемыми объектами Екатеринбурга. Слева находятся кнопки с важными разделами для туристов. Раздел «Где остановиться» демонстрирует сводку отелей города с возможностью фильтрации по категориям. Пользователь может увидеть адрес отеля, статус, контактный телефон и посмотреть фотографии. В разделе «Что посмотреть» представлены музеи, галереи и другие культурные пространства Екатеринбурга. Их также можно отфильтровать по категориям и найти то, что интересно больше всего. Ознакомиться с музеем можно с помощью описания и фото, а также узнать адрес, номер телефона и стоимость билетов. Раздел, который не оставит голодным, где поесть, покажет все рестораны и кафе города с фильтрацией по виду кухни и не только. Адрес и контакты заведения, описание с фотографиями. Каждый турист сможет выбрать то, что по душе. В блоке экскурсий находятся различные программы для туристов. Обширные на целый день и совсем небольшие на пару часов. Пользователь сможет моментально изучить маршрут, записаться на экскурсию и приобрести билет. Вся необходимая справочная информация в одном разделе. Список медицинских учреждений, информационно-туристических центров и номера экстренной связи. Все для оказания нужной помощи. Музейная карта собрала в себя самые популярные культурные пространства. На карте расположено 13 точек интересов. Каждая из них содержит адрес и время работы, фотографии, текстовое описание и кнопку с возможностью перехода на сайт музея. Проверить свои знания после экскурсии поможет игра «Кто хочет стать миллионером». Интересные вопросы о Екатеринбурге с разными вариантами ответов. В конце можно подсчитать свои очки. С помощью модуля «Доступная среда» можно опустить контент для более удобного использования людьми с ОВЗ, применить лупу и изменить цветовую схему. Программное обеспечение «Лига» включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Производственная группа «Лига».